Сезон фонтанов преждевременно начался в Петрозаводске. Правда, пока не тот, который все ждали. На улице Краснофлотской возле дома номер 3 прямо из-под земли забила мощная струя воды. По информации главы города Инны Колыхматовой, произошел прорыв на теплосетях, по которым в межотопительный сезон подается горячее водоснабжение. Специалисты оперативно выехали на место аварии. Горячую воду пришлось отключить почти в 20 домах на набережной Варкауса, а также улицах Бесовецкой и Милентьевой. К утру водоснабжение было восстановлено. А вот настоящий сезон фонтанов специалисты ПКС «Водоканала» обещают открыть в начале июня.